Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. В этом видео мы будем делать бронетранспортер ВАП с колесной формулой 4х4 от фирмы Хеллер в 35 масштабе. Такая довольно старенькая модель 98 года. Срезал ванну корпуса, верхнюю часть корпуса, чтобы посмотреть стыковку данного набора. С этой фирмой работаю впервые. Сам мне броневик очень понравился. И буду делать его в постапокалипсисном стиле. Бронетранспортер будет захвачен у армии НАТО, поэтому красить его буду в трехцветный камуфляж либо белорусской, либо российской армии. Но какие знаки и декали вешать, то уже посмотрю потом, после покраски. Пока что во время сборки еще буду определяться, как его сделать более интересней. Ну, надеюсь, модель будет собираться быстро, соберется без проблем. Ну, и в итоге увидим, что получится. Посмотрел. В наборе дается внутрянка, какой-то салон, но заморачиваться с ним нету смысла, так как через стекла качество прозрачных деталей мне не очень понравилось, поэтому я решил, что сильно, да и вообще нету смысла заморачиваться с салоном. Люки все равно будут закрыты. Здесь бронещитками окна будут закрыты. Поэтому будем собирать его по-быстрому. Посмотрю, может какой-то салон и придется изобразить. Головые стекла довольно большие. Если их не надумаю закрыть решеткой. То все же что-то придется изобразить. Салон довольно примитивно сделан. Пару деталей всего. За кадром собрал корпус. Конечно, пришлось изрядно повозиться, чтобы его стыковать. Сначала вроде бы казалось все довольно легко и просто, но было нелегко. На фотографиях вы сейчас это увидите. С разных сторон очень сильно корпус выделялся. Здесь вообще был большой перекос. И на фотографиях здесь корма гладко выглядит на бронетранспортере. А тут она практически
уходила на 2 миллиметра в корпус. Пришлось лишнее обрезать, затирать наждачной бумагой. Где-то на все про все у меня ушло часа 2,5. Решил все-таки не заморачиваться с внутрянкой корпуса, так как ее все равно не будет видно. Броневик будет постапокалипсис, трофейный. Поэтому все будет в грязи и в пыли. Потихоньку собираю. Здесь, как видите, довольно глубокая утяжина. Я ее убирать не буду. Посмотрел, тоже с ней очень много возни будет. Поэтому закрою или какими-либо дополнительными бронепластинками. Или же у меня возникла одна идея. Надо вклеивать. Поставить ЗСУшку. Просверлить в зенитной установке сквозные отверстия. В броне корпуса просверлить отверстия. И вклеить, как бы вставить загнутые такие болты, изобразить крепление на анкерах. Все-таки техника постапокалипсис, поэтому можно развивать свою фантазию. Ну вот, друзья, продолжаю работать, думать, пишите комментарии. Может, посоветуете что-то более интересное. Всегда готов выслушать мнение других. Ну и воплотить, если понравится, их в жизнь. На этом это видео буду, друзья, заканчивать. Буду стараться делать ее побыстрее. Все, друзья, оставайтесь на канале. Следите за выходом следующих серий. Всех благ вам и вашим близким.